Всем привет, с вами Стив Про, и сегодня я вам расскажу, как создать скелеты из сушителя в Майнкрафте Pocket Edition 0.12.1. Так, ну для этого нам понадобится построить портал в ад. Так, после того, как мы построили портал в ад, заходим в него. Да-да, заходим в него. И берем яйцо призыва скелета, обычного скелета. Вот. И ставим его на адский камень, так сказать, ставим его в ад. Как у нас... Как видите, у нас появился скелет из сушителя в золотой броньке. Также, если мы толкнем, он не будет, ну, гореть в лаве, так как он, ну, уже как сгорел, так сказать, сгорел. Он также плавает, как все на зомби, точь-в-точь. Вот. Ну, есть такой шанс, что появится обычный скелет. Он, наверное, сейчас чувствует себя неуютно среди черных. Он белый, а не черный. Ну, вы поняли прикол или намек. Вот. Ну, такой маленький секрет. Довольно прикольный. Но, как видите, обычный скелет будет гореть. Ну вот. На этом все. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал.